Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, у нас сегодня очередной выпуск, давай глянем на довольно, я бы сказал, странную, но в то же время какую-то привлекательную игрушку под названием Апофеон, по-моему, как-то так она читается. Это платформер на древнегреческие темы, короче, весь замес в том, что боги, конечно же, боги, боги, короче, тебя кинули. Они, короче, дали свою любовь однажды, и теперь она пропала. А море давало только воду. А деревья давали только ветер. Земля давала только пыль. И каждый, короче, на небе давал только херовый свет. И с ихими пропавшими кораблями, что ли, они, короче, пали, и, короче, волки. Без подарков и богов ты потерялся во тьме. Вот, Апофеон, короче говоря. Такой небольшой замес. Суть игры в том, что боги отказались помогать людям, и теперь, чтобы люди смогли спастись от напастей и прочей хероборы, главный людской человек решил отомстить богам и убить их всех, забравшись при этом на Олимп. Поехали. Вот он, собственно, мой герой. Воу, как он четко, короче, бегает нормально. Он может бегать взад, вперед. Зачем тут мышка нужна? А, это смотреть, нихера себе. У него кончается энергия, я так понимаю. Окей. Так, смотрите-ка, мы можем смотреть сюда-сюда, можем нажать Shift и смотреть на то, как чувак кричит «Ралли!» И поехал, короче, судя говоря, на гонки какие-то. Так, нихера себе, тут спрыгивать можно. О, хорошо. Прыгай. Держать Е. Отлично, у меня появился меч. Ну все, сука, держать Е. Ой, как тут много преград. Смотрите, графика, короче, такая, ну, 2D-шная, естественно. Здесь первым делом вообще непонятно, что стенка, оказывается, может открыться или еще что-то. Ножик можно взять. Опа! На-ка! Неплохо. Монетки. Подожди, за кого я воюю? А, судя по моим бирюзовым трусам, я воюю против таких. Никандриус, ты до сих пор жив. Наши наблюдатели говорят, короче, их корабли сквозь тьму пробираются. Это нам говорит все, мы, короче, возьмем все. Они взяли заключенных, дома и все, короче, они сгорело. Мне нужно, чтобы ты, короче, мог палка и меч. Новый объект. Хорошо. Так, окей, у нас появились новые цели какие-то, я так понимаю. Вот здесь указатель и здесь указатель. Ну так, мы пошли вперед, пойдем, короче, на тап. Карту откроем. Охранять деревню! Кричит чувак. Но ему почему-то не знаю, у него не такого цвета эти его шмотки. Так, найди, короче, апокихарю какую-то, найди блэксмита, охраняй, короче, бабульку, я не знаю, и найди охотника. Окей, пойдем попробуем. Так, чувак, я пошел, ты, короче, охраняй деревню, бди. Да-да-да, давай-давай, вперед. О, правильно, месиво, это кто? А, это местный житель обычно. Боги помогут нам. Нет, чувак, никакие боги тебе не помогут, боги от тебя отказались. Так, ооо, это боги? Нихера не здоровые. Так, куда я бегу? Мне надо вниз вообще-то. А я бегу куда-то сюда. Enter Temple of Dion. А, дверь, говорит, закрыта, херушки тебе. Здесь... А ты можешь... А, вот. Мышкой же поворачиваете. На нее, кстати, в нее можно играть на геймпаде, например. Но я почему-то не решился, потому что он далеко у меня валяется. Да и здесь как-то с таким обзором, когда ты обзоришь мышкой, не очень удобно. О-о-о-о-о-о! А, это свой. На таком обзоре неудобно, короче, играть. Да почему ты, чувак, так паникуешь? Неудобно играть, короче, будет на джойстике, поэтому я решил играть на клавиатурке, на мышке. Так, это мои бегают, засранцы, хорошо. Е. Хорошо. Странно пока все это выглядит, но довольно прикольно. Редко вообще такие платформеры встретишь. Тем более сейчас конечно, платформеры выпускают много. Естественно, сейчас больше выпускают этих переделок разных. Но это ничего страшного. Найди охотника, без проблем. Так, раз, два, три, четыре, выбирать оружие. Что-то нет ни хера у меня никакого оружия, кроме меча. У меня есть ножи. Ох ты! Тут можно ящики ломать. Поворотик! А, ты смотри-ка. Тут еще и можно разбивать все. Пять джавелинов. Давай возьму. Хорошо. Замечательно. Так, смотри-ка.
На двоечку возьму джавелин, он кидается ими? Нет, а как кидаться? А, вон, как на среднюю кнопку мышки кидаться, что это такое? Как это взять-то? Джавелин. А, нихера, это секретный проход. Ну, естественно, греться, у них же все тут запутано, хер разберешься. Кругом эти секретные проходы, расходы, все заныкано, крысы. Ха! Сука! Куда побежали? Одни вы деретесь со мной? Да у них еще разная атака есть, смотри. Нихера себе. Вот это поворот, короче. Смотри-ка, платформер, а так больше, чем в некоторых шутерах уже возможности есть в современных. Так. Я, короче, напоролся вчера. Короче, принеси мне, говорит, дир, пир, пиво. И, короче, этим утром никто не видел никаких кроликов, птицы пели какую-то херобору. Они всегда птицы поют этим утром. Потерянные крысы также, или некоторые крысы. Людям нравится мясо крысиное, да? Слушай этих бандитов наверху. Я буду, короче, охранять... не волнуйся, говорит, да ладно. Без проблем, чувак. Короче, по ходу дела где-то наверху какие-то охотники. А что такое? Hunting arrows. Ну-ка. А как их взять-то? О, нихера он прыгает как высоко. Возьми стрелы. Ага. Хорошо. А у меня теперь появился лук, я так понимаю. Лук. Вот, смотри, действительно лук. Хорош. Неплохо. Ладно, попробуем наверх залезть. Или что, подожди, я же тебя нашел, охотник. А, тут проход еще один. Нет, не проход, еще мясо. И что ему сделать надо? Чувак, я сбил все твое мясо, короче, крыс больше нет. Что ты от меня хочешь? А, ты хочешь мне икнуть в лицо? Взюзи просто. Так, я не знаю, давай возьмем меч. Возьмем меч и нож. Ножом же нормально биться. Может, крысам надо всех перебить? Стой, сука. Стой, тварь. Ну-ка, вернись. Сражайся, как мужчина, ты. Подлива, будущее, вернись. Я давай, говорю, омлет, иди сюда. Я всех убил, чувак, спасай меня. А, все нормально. Эти маленькие ребята пропали, короче, ушли, я выгнал их, да. Я просто останусь здесь, пока долго. Я использую какое-то хорошо с луком, я полагаю. Ну, наверное, с луком. Моя hunting ground, он говорит, все херово. Так, ну вот, у меня лук, на. Чувак, я тебе сейчас в голову прострелю, слышь? Да хорош, ну что ты икаешь-то? Не знаю, короче, что он от меня хочет, но я его нашел. Судя по всему, одна миссия была выполнена. А, объектив комплит. Че это я? Пойдемте отсюда. Крыса, у него не получается от крысы избавиться. Даже я, как великий крысолов, не помог ему с этим. Потому что крысы появляются быстрее, чем я их отстреливаю. Ну ничего страшного. Ладно, давайте постреляем теперь. Здесь, я так понял, objective complete. Это самое хорошо. Так, теперь надо найти, найти, охранять, найти, охранять. Пойдемте по прямой. Прикольно она выглядит, вот честно, прям, мне очень нравится. Здесь, конечно, ох ты, нихера ж себе. Здесь не хватает очень сильно русского языка для понимания всей истории, для разбирания, для во всем вот этом понимании очень пригодился русский язык. Но так как я в совершенстве практически владею английским, естественно, что русский язык не совершенно ни к чему, но вы прекрасно это понимаете. Так, F, здоровье. А, типа у меня все, что ли? Я его взял. А, на F. На F лечиться, окей. Эй-ка, сосуд достал, не пойми откуда. Чувак, ты что тут, воюешь с кем-то? Ксинос какой-то. Отправляйтесь нахер назад в море, кричит, короче, чувак. Так, я нашел бабульку или гранари, как это звучит. Помоги мне, они взяли мой грей. Боги остановят их, мы не должны, короче, в последний сезон. Че, ты ждешь какой-то последний сезон? Сериальчики смотришь? Так, чувак, слышишь, в жопень ты можешь получить? Да сука! Чё он тут делал-то? Он что-то разворовывал, собака. Так, давайте-ка я мечом повоюю маленько. О, о, а почему нет?
Чувак какой-то хотел забрать, я скажу, что он просто уже забрал, я его потом убил. Чтобы не рассказывать, что я все его припасы поворовал. Не буду. Так, shift-лук. Здесь надо действовать упорно и прыжками, я так понимаю. Но мы сначала сгуляемся с вами вниз, посмотрим, что там. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Ах ты, сука, чё, крыса, ты ломай, сидеть, падла. Ишь ты. Чувак, все лето работал, сука, а ты у него все припасы поворовал. На, ну, сука, на. Он помер. Все правильно. Опа, что это? Вилы, да ладно. Иди сюда. Опа. Я Посейдон, только без одного зуба. Нормально. Я, короче, стал мечником или копьеночником. Кто это? Залази. Нет? Ну ладно, давай здесь попробуем. Ну ты чё? Отлично, отлично. Опа! Красавчик! Он просто прыгает, как Спайдермен. Ты посмотри, он чё, по стенам может лазить. Вот это поворотик. Эх ты, сука, как суну сейчас тебе в яйки-то прям. Ну-ка насажу давай. Наван, понравилось тебе? Понравилась картина, спрашиваю. Сиди, отдыхай около тележки. Опачки. Вуд Клаб. Так, дубинку я какую-то подобрал. Смотри, как тут много оружия. Это уже прям не платформа, какая-то РПГшка получается. Здесь оружие чуть ли не больше, чем в Скайриме уже мы с вами набрали. За первые 5 минут игры. Это же гениально. Так, лазить наверх и вперед. Давай. Опа. Какой нихера себе здоровый дом. Да ладно, это типа надо перепрыгивать, что ли? Да как ты так цепляешься-то, объясни-ка мне, чувак. Вот постарайся просто объяснить, реально. Так, чуваки. Оп, спокойненько, спокойненько. Нет, 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 нет. Чувак, нет, сука, я сказал, отошли. Ой, сломалась у меня ружка, прикинь. Она еще и ломается. Вот те раз. Я даже и подумать не мог, что она может сломаться. Пока, чувак. Опачки. Здоровится. Так, ну все, тут объект выполнен у меня. Отлично, пошли вниз. Я так понимаю, на выход. Вот из такого примера она, скорее всего, и будет состоять. Мы тупо куда-то прибегаем, тупо что-то делаем. И тупо выходим отсюда. Открываем карту. И идем, короче, находить Блэксмита. Ралли, чувак, какие ралли? У тебя на город напали, а ты ралли, ралли. Эка, сука, какая. Ну-ка, иди сюда. Ой, чувак, зазнался с своими ралли и все просрал. Не надо, чувак, во время войны на гонке ходить. Понимаешь, вредно это. Тебя можно катнуть? Ах ты, сука, с этим, с копьем. Так, опачки, понятно. Так, нечестно, чувак, ты слишком дальнобойный. Опачки, еще один меч выпал. А с тебя можно собрать вилы? Нихера нельзя. Ладно, пойдем с копьем тоже. Нихера он щемит, короче, смотри, он разгоняется. Так, а где у меня? Заданка-то нет впереди. Хорошо, папа. А, это свой. Тут мечей прям с каждого этого можно подбирать. Нихера, корабль! А, это их корабль, понял. Ну-ка, на, сука. На, тварь! На, я тебя сейчас кину, понял? Нет, он, смотри, он хотел меня кинуть тоже копьем. Он тоже копьемечник. На-ка. На-ка. Отлично. А я, так понимаю, не теряю почти? Или теряю? Нет, собственно, сколько кинул, столько и взял. Замечательно, бесконечные копья. Но они должны как-то, наверное... Так, спаси заключенных. Понял, давай. Заключенных я люблю спасать. Как там? Чип-чип-чип-чип и Дейл. Древний грек. Чип-чип-чип-чип и Дейл, сука-сука. Удец. Ой, не попал. На, на. Чип-чип-чип-чип и Дейл. К вам спешат. Чип-чип-чип-чип и Дейл. Иди сюда. На-ка, дебилушка. На кого ты лезешь? Вообще копии не кончаются, смотри. Так, Катырыл. Ох, нихера себе, смотри. Смотри, что вы твар... Естественно, системная ошибка вылетела, прикинь. Ну, она, кстати, сохраняется так неплохо. Вылетела системная ошибка, захожу в игру, он говорит, хочешь продолжить? Я говорю, хочу. И, пожалуйста, опять заключенных. Все, я Ctrl больше не нажимаю. Чувак, открой дверь. А, во, сам открой. Давай, давай, открывай. Ну, заходи, давай. Опа, вот ты пришел прям на копье-то, красавчик. Где там второй? Иди сюда. На, мать твою, на. На. Не, эта игрушка определенно заслуживает внимания. Она прям веселая. Вот у нее чисто поиграть, порубаться от нечего делать. Тихо, а как отменить? На, ладно, вот так отменю. Не знаю, нет здесь кнопки отменять. Почему вы думаете, я бегаю задом? Я не знаю, потому что мне впадлу переворачивать мышку, потому что все равно придется опять делать то же самое. Так, ножи. Здоровье, он нихера себе какой-то сверхздоровье подобрал. Отмычка, отлично. Так, это заключенные, хорошо.
Так, подожди, отмычка я могу здесь пользоваться? Bot hold key required. А, окей, нужен ключ. Ну, у меня появилась отмычка. Получается, я вот тут дверь как минимум могу вскрыть. И там отобрать у кого-нибудь ключ. А, да не надо, он сам себя откроет. Открывай, чувак. Ну, давай, ну. Вот, не дотягивается за него, смотри. Он не хочет открывать почему-то. Оп. А, еще один на рынок. Ты будешь отправлен на арену. Их. Их. Опачки. Ну-ка, давай. В голову. Ха! Хедшот, понял, мудила. Меня так просто не возьмет. Хедшот попался, дурачок. Отличный ключ. Замечательно. Эх, ты, падла, какая хитрая. Что такое? Открывай. Это что такое? Так, это рычаг. Это открывает дверь на заключенным. Хорошо, objective complete. Пойдемте. Пойдем за мной, пацаны. Поздравляю, вы все молодцы, я вас спас. За мной, толпа. Молодцы, пойдем что-нибудь возьмем. Опа. А, так, я, значит, взял топор, сердечко и... Ой, тут может что-то апгрейдить, судя по всему. Нихера себе, вот это поворот. Ну, я понял, что, давай, все. Я все взял. А, это надо взять. Ладно. Так, какой-то починщик. Прикольно. Вообще нормально. Так, у меня есть здоровье. Нет, второй раз не пей! Я думал, что второй раз выпьет. Я нажал два раза, знаю. Не очень быстро отрабатывает управление, ты понимаешь? Ничего страшного, погнали. Я уже просто буквально проникся атмосферой спасения Греции. Уйди! Я тебе сейчас, ты скотобаза! Хэт, отлично. Иди своей дубинкой, кур, пугай, дебил. Никого ты полез на чувака с копьем, додумался. Так, здоровится, по 100, все нормально. Осталась одна... Да, они меня пугают. А, нет, две миссии у нас. Ты что ты будешь делать? Я тебя сейчас, слышь. Опа, промахнулся. Повезло. Отошел. Копья, где мои? Копья. Вернись. Так, я где-то просрал три копья только что. Два. Опа, два копья просрано, ты представляешь? Вот это нихера себе. Вот этого я не ждал. Пошли. Оп. Так, слышь. Сам ты свинья. Тут ты паскуда какая. Вот сюда. Не надо выкидывать копья. Так, смотри-ка, все-таки где-то два копья просрал, так получается. Давай, на! Ой, ты что голышом ты бегаешь, дурилка? Голышом ко мне прибежал. Оп, мимо. Оп, да что ты будешь делать-то? Так, я сейчас вообще все копья просру, спокойно. Опа, просраны копья были, просраны. Назад. Подожди, где остальные? Сколько у меня копий? 6 штук. А, не, все нормально подобрал. Enter the blacksmith. Что такое? Найди blacksmith. Это черный смит, это чувак какой-то или какой-то предмет. Пойдем найдем. Так, у меня есть щит. Да ладно, хорош. Вот это. Опа. Давай, чувак. Ха! Мудень, у меня есть щит, понял? Да перестаньте! Вы что со всех сторон-то атакуете? На-ка, тварь! Оп, я тоже кидаться могу, слышь? Хорошо. Следующий. Давай. Где ты там, паскуда? Ну, на-ка. Да бляха-муха. Спрятался от меня за ящиками, собака. А как взять его метательную хернюшку? Можно же? Да ладно, нельзя. По-моему, копья, короче, ломаться начали. Смотри, у них иконка стала какая-то поцарапанная. Судя по всему, оружие не бесконечно. Ну, ничего страшного. Какой-то рок. Тут в половине еще разобраться. Вот мы с вами по-любому за эту секунду. Так, что такое ку? А, это выбирать второе оружие, понял. Короче, здесь еще много приколюх, разбираться в этом все. Ой, смотри, даже наши уже все атакуют. Ну давай, вали его. Давай, помогу, чувак. На! Ха, не ожидал, сука, мы тоже можем воевать вдвоем. А, это Блэксмит, точно, я понял. Как ты много говоришь, чувак, давай поменьше разговаривай, побольше дела делай. Коробка драгоценностей. Так, Нагрид, попробуй надеть. Спасибо. Ты смотри, я стал в четких доспехах. А, это кузнец. Блэксмит, ну да. Все логично. Так, отлично, это я все заберу. Все заберу. Это копья, длинные копья. Так, и щит со змеей. Ебать. Плюс 100 брони. Так, хорошо, у меня появился какой-то другой топор. О! Так, это тяжелая оружка, судя по всему. Да, ты смотри, как он долго замахивается, но походу пробивать будет только так. Мозги разлетятся все вообще. Давай попробуем кого-нибудь втащить. Сейчас кого-нибудь найдем на улице и с топора ему, короче, затащим прям.
Здесь можно сломать? Ох, нихера ж себе! Ты чё, ну-ка, не думай, так больше не делай! Всю броню еще просрал до кучи, а? Показатель брони появился у нас. Так, F. F. Здесь, значит, надо что-то выбрать. Подожди. Четверка. А, на четверку выбирать. Давай починю. Вот, отлично, смотри-ка он. Да нахер ты меня эту дубину взял? Возьми нормальный топор. С этой дубиной в натуре только куриц бить. Прыгай. Так, отлично, осталась одна заданка в этой, так сказать, миссии. Я думаю, что в следующей миссии нам поменяют внешний вид игры, потому что это было бы логично, как бы немножко, не то что внешний вид, а атмосферу бы немного поменяли. То есть не на улице бегать, какой-нибудь замки там или что-то. Давай, вали его! Эх, сука! Подходи по одному, давай! Ты видел, как он уже просто двоих прям впечатал в землю? Красавчик, тихо, тут огонь нельзя, наверное, брать. А, нет, этот огонь не горит. Пойдем, чувак! 2-2, все честно, ты, сука, голый. Экспедиционист херов. Тебе нельзя сюда голым приходить, ты пришел в деревню, тут могут быть маленькие дети. Вообще ни о чем не думаешь. Опа, это свои. Так, нам куда-то наверх, пойдем. Че не голый ты бегать, чуваки, ну одетесь в конце концов. Тряпок на улице валяется, вот они тут, беспредельщики. Опа, опа, уйди отсюда. А ты, сука, они тоже, смотри, хитрые. Имеют свою тактику, но она не работает против меня. На-ка. Отлично, так, я взял копье длинное. Сколько здоровья? Здоровье 100, все нормально. Длинное копье очень выручает, короче, против этих упырей. Это свой. Как он лазит по этим... Так, ты чего уснул-то, алло, товарищ? А, это убитый. Я думал, это ихний, чужой. Так, иди-ка сюда. Отлично. Find the Academy. А, так мы здесь были, я отсюда убежал. Ну, ничего страшного. Окей. Фонарик. Фонарик, который не фонарик. На ку это все меняется, да? Не-не-не, подожди. А как это... А, вот. Не, ну без снаряда тут вообще никуда. Понято. Что здесь делать надо? Надо тоже что-то найти. Воу-воу-воу! Да я тебя сейчас, слышь, топора-то суну маленечко. Будешь знать. Да ты что, не попадаешь по нему? Вот. Нормально. Нет, топор просто разруливает здесь. Тяжелая оружка, она всегда, короче, разрулит. Если ты достаточно быстр... А, так он сделал какие-то лампы до того, как мы смогли найти его. Подойди ближе, мой мальчик. Покажи мне свой микс стреляющего тоника. Понял, ладно. New рецепт, Nectar of Healing. А как это рецептировать-то? На И? Нет, это не на И. Я на какую кнопку? А, на С. Написано же вон, крафт. Так, давай попробуем сделать Nectar of Healing. Два листочка нужно. А это что такое? Greek Fire. Это простой, но очень эффективная бомба. А, вон он еще. Нихера себе. Прикольно, еще и крафтить можно. Что это тут вообще играет? Реально РПГ какая-то, а не платформер. Это РПГ-платформер, я вот даже бы так сказал. Прикольно очень, кстати. Давай все это я возьму. Спасибо тебе, ученый, ты просто вообще красавчик. А ты свет нигде не подрубил? Придется выходить. Так, ну я так понял, все, у нас как бы закончилась миссия-то это. Осталось только выйти наружу. Взять, короче, щит свой и выйти назад. И должна, по идее, миссия закончиться. Да? Это со мной! А, нужен, короче, лидер. Мы нужны на ралли. Опять вы своим ралли, хорош. Так, защити... А, победи тирана. Какого тирана? Нихера себе, тут тиран еще какой-то есть. Давай его! Эх, помогу, чувак, подожди, на! Отлично, дуру какой-то взял. Ну, дуру тоже пригодится. Пойдем, давай, чувак, веди меня. Веди, я готов. Веди меня, чувак, ну где твой тиран-то? По-моему, он меня уже сыканул, он понял, что я за ним иду. О, вперед, защитники! Или что-то типа того. Ты что, чувак, проснись. Я тебе сейчас стрельну, Сука какая. Ну-ка. Ах, не успел, ты вот ты падла какая предусмотрительная, стреляй. Сука, стой! Иди сюда! Иди сюда! Нихера ты ниндзя, слышь? Давай пока. Многие, по-моему, отрубил. Ну и замечательно. Где этот тиран? Покажи мне его так, стрела это моя. Эй! Большой мужичок, вернись! Defeat the tyrant. Пойдем, пойдем, тирант, я тебя сейчас надефичу. Так, это значит для бомб, наверное, надо. Крафт. Бомбы, давай еще бомб сделаю. И вот эту херню сделаю. И бомб сделаю. Все сделаю, отлично. Так, бомбы на троечку. Надо попробовать, как им не пользоваться. На троечку. Отлично. А как им кидаться? Чё? А, взорвать надо. Хорош. Неплохо. Я им сейчас тирана подобью. Так,
гарпун щилд. Замечательно, и дуру давай возьмем. Так, это свой. Давай, говори мне, чувак. Защити свои дома! Опачки, не-не-не. Ой, ты топор-то зачем выкинул, дурень? Иди сюда, ты козел. Возьми. Сагарис мне еще выкинул. Да не поступай так больше никогда. Короче, любую оружку можно, по сути, по всему кинуть. Даже ту, которая у тебя, в принципе, основным оружием является. Вот ты кривой мудак, а. Да, конечно, естественно, зачем? Я же просто так трачу бомбы. Я же люблю, я же могу. Он где-то наверху, собака уже срулил. Уйди отсюда, овердейр. Ай, больно. Ай, нихера ты здоровый. Так, у меня что-то здоровье начинает убавляться. Хотя у меня много лечилок. Ничего страшного, дойдем до тирана и дадим ему просраться. Используй щит, пойдем. Замечательно. Опа, стрела. Оу, аккуратней, человек. Спасибо, давай. Дай-ка ему. Нет, ты не успеешь стрельнуть, сука. Успел, да? Походу успел. Ладно, ничего страшного. Так, а здесь-то что? А, я понял. Смотри, фишкалик какой, нас же обучали этому. Полезли. Ты что там делаешь, ты? Фарширует мертвеца. Ну прикольно, что? Походу местный повар у них. Вот они почему такие сильные. Человечен тоже. На, сука, в жопу, на! Иди сюда! Сюда иди! О! Суть, походу, чем дольше держишь, тем сильнее будет атака. Где мой топор? Топор! Да подожди, чувак! Ножиком тебя затыкаю, сука, заточкой! Падла! Иди сюда! Ну помогайте, чуваки! Иди отсюда! Так, куда пропал мой топор? Подожди. Топор просрал я свой, представляешь? Все, кончился топор. Это херово. Ладно, будем с вилами воевать. Где эта собака-то? Я уже хочу надрать его здоровую жопу. Эф. Подсказка просто на миллион, серьезно вам говорю. Хотя здоровья все равно не хватало. Так, отлично, ключ нашелся. Кто это? Боги спасут нас! Это дверь за этим! Но я имею ключ! Возьми его! Спасибо. До свидания. Опачки. Чувак, меня здесь не было. Спокойно прям отошел тебя. Оп-оп-оп-оп-оп, я лечу. Нет, меня чуть не прищу, все, не надо. Если кто-то спросит, меня здесь нет. Так, нам надо наверх. Подожди, он сказал, какая-то дверь где-то открывается. Но за ним двери никакой нет, соответственно, дверь где-то здесь внизу. А есть карта? Так, на N, по-моему, да? Да, вот она. Да-да-да, она куда-то вот сюда, пойдемте. Здесь карты, короче, карта есть глобальная. Ох, нихера. Мы сейчас находимся где с вами? А, мы в каком-то гурте. Смотри, сколько городов. И Зевс наверху есть. Короче, есть локальная карта, есть глобальная. Уйди отсюда, Каландан. На-ка. Опа! Ни за что чувака застрелили, просто ни за что. Да сдохни ты уже в конце-то концов. Да, твою мать, они со щитами вообще не пробиваются. Что за Dark Souls начался, я не понял. Алло. Падла, у меня сейчас все оружие так кончается. Опа! Ах, не успел! Не успел, сучка. Иди сюда. На! А это, сука, вилы эти сраные, они вообще дурные. Ими никого не убьешь. Так, надо менять оружку основную. Дубину, что ли, взять? Да она вообще какая-то дурная. Ножик. Во, копьем буду драться. Короче, не знаю, эти... Как их, вилы... Крестьянские, они вообще плохо работают. Так, отлично, ключ. Сейчас, короче, будет плохо, я так понимаю, чувак. Да ты что ты будешь делать-то? Я сейчас всю оружку об тебя поломаю, Ты достала вылетать, я тебе серьезно говорю. Что за херня-то? Так, ладно, продолжаем. Короче говоря, я в полной панике просто никого не бью, а бегу, короче, чтобы сразиться с этим сраным тираном. Давай быстрей. Ай, хорошо, отлично, броняшка. Что такое? Опачки. Апгрейд. Так, пацаны, вы, короче, за мной не ходите. У меня сейчас будет битва с боссом, окей? Спасибо. Ай, жопа моя подлетела, уйди. Да хорош ты, ну. Опа, здоровьице надо подобрать. Да, суки, так и придется вас вывалить всех. Или не придется? Нет, не буду, погнали. Вот такой, да. Все, хорошо. Вот твою мать, нельзя выйти, пока ты в битве находишься. Да я вас сейчас, сука, всех четвертую здесь. Иди сюда. Да ты падла какая, стоять. Ух ты. Зажал его. Так, я надеюсь, она больше не вылетит. Потому что если она вылетит, будет беда. Они уже почти добрались до Титана. Так, это какое-то послание мне от какой-то бабёхи. Она, наверное, желает мне удачи. Типа, молодец, ты справишься, ты красава. Так, отлично. Стрелы. Стрелы гидры.
Это что? Закрыто. Ну ладно, все, короче, вываливаем. Судя по всему, тиран уже где-то близко. Мы, так понимаю, сегодня сумеем его завалить. Да ты че? Должна же быть где-то быть честная битва. Отлично, огромный щит. Ну все, если мне дали огромный щит, значит скоро будет тиран. Уйди с моей дороги. А, все, отлично, он появился, спокойно. Нихера себе щит здоровый. Иди-ка сюда. Ах ты, вот он сложный. Нихера, ты что на меня залез-то, я не понял. Опа, не попал, спокойно. Опа, ха, сука, на. Ха-ха, хедшот пролетел. Опа, спокойно. Успел, прикинь, успел в меня попасть собака. Спокойно. Давай, чувак. На-ка. Ха-ха. Давай. Ой, ты никчемный чувак. Тебя не учили вообще защищаться-то, обороняться? Сука, он меня сейчас завалит так. Давай. А, выхватил, падла. Это честный бой. Честный бой в киданиях копьем. Давай, давай, чувак. О, на тебе, сука, меч. Тихо, тихо, у меня кончились джавелины. Спокойно. Отлично, бери, бери. Где все джавелины-то? Я что, всех просрал, что ли? Вот же, отлично, Дору. Придется в ближнем бою с ним воевать. Да почему я их не подбираю, я не пойму. А, он дарами в меня кидается. Вон, ну чего. Понял, понял, понял. Дару и давай все соберу. Давай, давай, давай. Кидай, кидай, кидай. На-ка. Вот это смотри. Вот это было дерзко. Он просто разлетелся, как кусок говна здесь. Хорош. И щит надо его за это. О, у меня теперь щит тиран, ты смотри. Классно. Жрица любви. Иди меня удиви. Итак, чемпион, рожденный. Мой выбор, Никандраос. Меня зовут Никандраос, судя по всему. Ты стоял за Херой, потому что боги давали королеве Олимпа под тенями в горах. Люди, короче, последний бриз, боги кинули в вас. Зевса, король богов и мужик, мой муж, выбрал его спину твоего людям. Он сломал, короче, контакты до того, как диета и иммортал. И тогда, короче, он тебя того. Смотри, ты, короче, нравишься, и я тебе. Жена и сын, мой муж и отец. И, короче, Мартимора, он обещал, и, короче, для... к создателей, сбросил его смертельный объект, как какой-то детенок со своими игрушками. Закон Зевса абсолютный, Олимпия без семя какого-то дебила, без травы Артемиса твой лес, короче, хероват. Без Аполла твое сознание будет поглощено тьмой. Но я, как королева, я не так проста, как кажусь. Топай, короче, в алтарь, Никандраос, и ты сможешь всех спасти. Как-то так. Вот такой вот необычный и очень замечательный платформер. Он мне просто что-то прям прикольнул. Наверное, я в него просто так поиграю, побегаю, это нечего делать. Прикольно, на самом деле. Ссылка на плейлист, остальные давай глянем в описании под видео. Название игры будет название видео. И покупайте, качайте, играйте, наслаждайтесь, узнавайте историю, ждите русификатора или учите английский. Все это вам надо будет сделать после того, как вы подписываетесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, это паблик, там подписывайтесь на паблик. И всем до встречи в следующем видео, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.